Всем привет! С вами канал Артмания. Идем по такой лесенке. Ой, тут так классно. Прохладненько. Хотя не настолько. Уже подходим к набережной. Женька, он спускается. Я говорю, Жень, давай перелазь. А, давай перелазь. Вот. Перелази сюда. Влезь давай. Влезь давай. Ну, что ты такой, а? Коза. Я вот у тебя спрашиваю, где мой леденец? У меня леденец во рту был, где он делся? Так, идем. А? Чего? Мусорка тут какая-то. А? Говорю, леденец у меня был во рту, куда ты его делал? Проглотил мой леденец? Куда-то он исчез, он какое здание. Прикольно. Кстати, сегодня здание увидела классное. Ну, вам, кстати, это будет в отдельном ролике на июль, архитектура самарская. На июнь у меня уже выложено. А, ну, в принципе, июнь вы уже увидели, наверное. Заново с опозданием. А это будет на июль. Женька, скажи всем привет. Да пойдем. Скажи привет. Скажи привет. Привет. Вот. Не здороваешься. Люди с тобой здороваются, а ты в ответ молчишь, да? Женька бежит, я запыхалась. На жара. Пух. Еще летит, как снег. Голуби бегут. Все бегут куда-то. Бегут, бегут, бегут. Какая, смотрите, ива. Плакучая тут. О, да у меня приближено. Еще добавок. А, привет, жиром туда. Дождик, ну приехали. И что мы так поздно? Хорошо. Дождик заснул. Ну спасибо. А что, сегодня обещали? Да, вообще-то нет. Это ж я так смотрю. Это пляж не так. Отойди. Отойди. Где Стром? Обычно волейбол играет. Ну, подвижу. А этот кафе Чайхона. Привет. Я тебя поймала. Пойдем. Какие штаны. Потом буду сидеть и монтируется. Давно было. Дорожки. Уже там кто-то другой, по-моему. Что там туда? Какие-то, да, что-то. Зайцы, что ли? Эти были, как их? Фламинги. Да. Здесь у нас ЦСКА бассейн. Вот
вот это вот место мне прям уж очень нравится. Вот здесь, вот именно вот здесь. Здесь такие ели красивые, прям высокие такие, большие. Деревья, посмотри, все покрашены. Все покрашены деревья. Да? Там он памятник, книги какой-то, да? Книги там что ли? Не читал? Не читал? Здесь туалет. А туалет? Нет. Или да? Ты был уже там? Убрать все туалет. Да я здесь. Ты что, нельзя запрещено туалет? Все будут туда ходить. Терпеть. Все домой несем. Все. Все свое несем домой. А, вон тоже. А, о, видишь, очередь растянулась на целую набережную. Это все я не говорю. А вон лавочка влюбленных. Ну, остановись. Лавочка влюбленных. Пойдем. Я помню здесь на транс ходил. Ну, два года назад. Здесь вот Мексикан, тут шляпу. О, да. А тогда у меня ведь был, по-моему, канал, да? По-моему, был, я что-то снимал вроде. Ну, как красиво танцевать. Что-то. Зеленая травка, газончик. А там что, туалет, что ли? А чуть за очередь? Ну, тут, наверное, на вынос. А, на вынос точно. Заказываешь, оплачиваешь, наверное. Там, наверное, туда не пускают. Пользуется. А мама чего, интересно, работает там? Карусели, говорят, тоже не работают вроде. Ну, карусель-то ты меня не позвал в этом году? Куда? На карусель. Пар Гагарин. А он не работает? Нет, по-моему, не работает. Где-то я смотрела. Там отсмотри какой. Столько много всяких окошечек. Самарский кофеман называется. Ну, лавочка, давай бабочки. Ну, турники открыли, а раньше ленты были, дорога. По горе идем, вре в гору, возвращаемся домой. Такое здание необычное. Хорошо, у кого машина есть. Сел сейчас в машину и поехал. А нам еще чапать и чапать. Хотя крутая гора Токутюк. Да, Жень? Да. Ну что, Женька мне обещал сегодня ужин при свечах, да? Свечки найдешь, зажгу. Ха, я так и знала. Помимо.
Женькой дома мы. Дома, Женькой? Дома. Дома, да? Скажи привет. Привет. Я дома, да? Женька, тут стоит этот велотренажер. Ты, кстати, крутил на нем хоть раз? Конечно. Да? Завтра еще кручу. А что тут сиденье прям поднято? Не знаю, мне удобно. Да? Тебе удобно? Ну, так. Так, наши покупки. Купили мы маслины. Женька себе... А, ну изначально, да. Женька себе взяла спаржу. А я себе салат фрунчозу. Не знаю, попробуем, вкусно или нет. Вот. И также я хочу маслины. Уже давно соскучилась. Оливки. И взяла еще для одной вкусняшки. Это мы с вами будем готовить попозже немножко, на неделе. Но ролик, наверное, выйдет... Наверное, уже он есть где-нибудь там в кулинарии. Не знаю, посмотрим. Вот, две воды на завтра, на сегодня, на завтра нам хлебушек Женя взял. Так, здесь кефир. И побаловаться сардельки взяли. А, еще курица. Курица, она у нас вон она. Вон там курица. Уже еще немножко осталось, она запекется. И картошечка. Вот. Мы дома, наконец-то. Не знаю, мне кажется, наверное, салат вот этот вкусный должен быть. Там что-то зеленое, как будто зеленые какие-то креветки. Ну, тут ничего толком, кстати, не разберешь особо состав. А тут спаржа перекрестка. Сейчас, может быть, попробуем. Не знаю, стоит с вами попробовать, сейчас подумаю. Так, ну и вот наша курочка готова. Камера стоит на зарядке, поэтому поближе показать не могу. Поджарилась. Наш столик. Сейчас будем накладывать и кушать. Ням-ням-ням-ням. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока.